Чебоксарах прошел республиканский фестиваль «Хунав», посвященный народному творчеству. Юные воспитанники дошкольных учреждений Чуваши показали свои таланты. Чем малыши удивили жюри, узнаем далее. Для маленьких актеров это один из первых выходов на большую сцену, как, впрочем, и для большинства участников фестиваля. Малыши собрались со всех концов республики. 20 районов, 200 конкурсантов. Каждый выступает в своем жанре. Юля Потякова из Батырского района разучила песню на родном языке. Я очень люблю петь. Особенно на чувашском языке, потому что я люблю этот язык. Кроме театрального и вокального, ребята проявили себя в изобразительном искусстве и в поэзии. Всего 4 направления. К конкурсу дошколята готовились около месяца. В этом им активно помогали и родители, и воспитатели. Участвовать в 2 номинациях «Песня» и «Сказка», чувашская народная. Очень рады, что смогли присутствовать на этом конкурсе, потому что мы надеемся, что наши дети будут любить нашу Чувашскую республику, будут знать ее традиции и будут любить песни, стихи. Фестивали, посвященные народным традициям и ремеслам, проводятся постоянно. Но в них участвуют в основном школьники и студенты. Для малышей такой конкурс организован впервые. Цели этого конкурса, фестиваля широки, многогранны. Во-первых, мы видим результаты кропотливого труда воспитателей, старших воспитателей, заведующих дошкольных образовательных учреждений над проблемой формирования нравственных позиций детей через культуру чувашского народа. Мы надеемся, что этот конкурс позволит с младенческих лет, с самых младших групп дошкольных образовательных учреждений привить детям любовь и к родной речи. Фестиваль «Хунав» планируют сделать традиционным. Организаторы надеются, в будущем году творческих ростков на чувашской почве станет больше. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика.